Привет, народ! Я вас приветствую на своем новом видеоролике, в котором мы впервые в этом году FIFA 21 откроем паки с гарантированными базовыми кумирами. Одной из этих икон будет моя икона, которая мне упала на аккаунте. И да, мне повезло. Если вам нравится такой контент, лайк, если вы новый на канале, подписка. Приятного просмотра. Но спонсором этого видеоролика является, как обычно, мой надежный партнер Папа Карло, который занимается покупкой и продажей монет и аккаунтов. По промокоду TradeMaster вас будет ожидать 10% скидка. Все необходимые ссылки будут в описании. Так, у нас первая икона. И вау, здесь красный Вернер, красный Сон. Это точно не мой аккаунт. Первообладатель Пеле. Что, первый обладатель? Нет, Пети не первый. Ах, ты не теряешь. Этот парень тоже первый обладатель. Это тоже прекрасный улов. Ларамблон. Также у тебя есть еще и Макелеле. Клод. Походу ты собирал немало разных СБЧ, да, на икон. Ну и тебя еще вижу здесь Канте. Если он непродаваемый, я буду в шоке. Да, он непродаваемый. Все как нужно. У вас, господин, на аккаунте просто лютый дроп. Вот, ну я открываю пак, соответственно, думаю, дроп будет другим. Но верим в лучшее. Это первая икона, которую мы открываем в FIFA 21. На моем, так сказать, канале. Это Англия. Это может быть плохо. Это Эшли Кол. Ты знаешь, Эшли Кол мне нравится. Карта интересная, левый защитник. Я думаю, он тебе залетит на ура. Да, ребята, вот такой вот состав у Романа у нас. Такой вот состав у Романа. Насчет везения в паках, то это везение отсутствует. Полностью все элитные игроки продаваемые, кроме Менди. Да, он упал в паке. Вот, а все остальное, ребята, это купленные чуваки. Я знаю, что ему также упал Сон. Ну, из красных упал Горецко, но его тяжело куда-нибудь приписать, одним словом. Вот, такая вот история. Все остальные чуваки продаваемые. Вот, так что икона номер 2 на сегодня. И сейчас, не знаю, давайте будем смотреть. Первый пак, Эшли Кол, неплохо, вроде бы. Второй пак, Испания, там, бляха, центральный полузащитник, кто это, Хави, что ли? Ну, Ром, хотя бы попробуешь за него поиграть. Статы не выдающиеся, да, там, сложно. Ну, по фану, я думаю, мы застали эту эру Хави, так сказать, его, на его прайме. Вот, так что поиграю за него чуток. Ребята, у нас очередной пак. У нас здесь есть Криштиану Рональду на этом аккаунте. Криштиану Рональду, я хочу прожать, чтобы мне посмотреть. Полтора ляма заплачено. Ух, ты его купил давно уже, братан. Перелатиблан, хорошо, это упало хорошенько. Это, о, поздравляю, Килиан Мбаппе, непродаваемый. Неймарсито. 1,5 млн. И Поль Погба, краснючий, просто огненной. 32 матча ты уже за него успел скатать. Гаринча. Гаринча, заказ на Гаринчу на этом аккаунте. Постараемся выполнить заказ. Если менюшка нам это позволит. Да, менюшка нам это позволяет. И мы смотрим, кто внутри. По нациям в клубе поищем. Да нет, особо времени, мне нужно играть в матчи. По нациям искать не будем. Посмотрим, кто упал, и будем двигаться дальше. Болгария, это стоечка. Новая икона, но с прошлого года новая. Это не самый плохой вариант, потому что стоечка стоит денег. Ну, я могу сказать смело, поздравляю. Так, как говорила в своем прошлом видеоролике, мы официально получаем Дэвида Бекхэма. Его версию сезона 2003-2004, когда он выступал за мадридский Реал. Англия, волкаут, правый полузащитник. Приветствуем, Дэвид Бекхэм. И сейчас мы его увидим. Вау, какой красавец, какой мужчина, да? Отлично, Дэвид, здравствуй. А что ты на фотографии, ты вроде как с волосами. Инвестиции. Я понимаю, кто-то уже готовится к Лиге Чемпионов. Самое главное, что вы Лигу Чемпионов не отменили, не сказали, блин, что, ребята, вы знаете. Это все, конечно, круто. Ах, еще по таким оверпрайсам ты их купил, елки-палки. Вау, ну ладно, уже как есть. Короче, Лига Чемпионов на этом аккаунте полным ходом идет. Где-то так икона. Так, вот у нас набор с базовым кумиром. Попробуем усилить то, что у тебя есть. Ждем хороших флаг.
Это не инвестиции, это просто тебе нравится дизайн карт. Испания это всегда не... О, давай, давай, Бутрогеню, давай, 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 давай. Выходи к нам, Фернандо Торрес. Ну, новая икона. Надеюсь, ты за Фернандо Торресом соскучился. Ты его сейчас тоже составчик засунешь и затестишь. Состав здесь интересный. С мистером Си. Мистер Си, конечно же. Переладатель, бесспорно. С мистером Килианом Мбаппе. Ну а почему бы и нет? Давайте еще Килиана Мбаппе переобладателем. Дальше смотреть смысла ноль. Этих двоих в принципе хватает для того, чтобы играть в FIFA на хорошем уровне. И теперь давайте мы с вами пойдем, прогуляемся и откроем пакет. Ну, погнали. Погнали, погнали смотреть. Хотелось бы какую-нибудь икону, ну, в диапазоне ляма. Миллион плюс. Вряд ли дождемся, но... Примерно Италия, это очень плохой знак. Это Дель Пьеро, это, блин, просто ж космос. Или Зола. Зола, это офигенная карта. Ну, прям удача на твоей стороне в этом году, братан. Ну, нечего сказать. Поздравляю. Зола даже, по-моему, даже чем-то лучше, чем Дель Пьеро. Но карты примерно равноценные. Очень круто. Усилия, конечно, надеюсь, они стоили того. Контент был, все здорово, да, но... Ну, хочется, чтобы нас... Как-нибудь вознаградили. Обменяем 8 жетонов. Точнее, 8 свапов. И идем взрывать. Кого бы я хотел? Я бы не... Точнее, я бы не хотел икон, которые стоят 200 тысяч. Я бы хотел что-то от 300. То есть, я понимаю, у меня плохой дроп. Понимаю. Но что-то от 300 тысяч. Ну, прям не QXL. У себя пишут, Зидан пишут, боже, ребята, ну я не думаю, что так сильно упадет. Давайте смотреть. Рой Кин какой-то сейчас не упадет, серьезно. Танцы. Кантона! Кантона! Давай, иди сюда, хорош! Я вообще не ожидал. Кантона? Come on, let's go! Блин, доволен! Вот это да, вот это дичь! Он полтора ляма стоит, больше! Да, нифига себе. Мне в этом...